Мы находимся на выставке Mappic Russia 2020. У нас в гостях Игорь Орехов. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что является целью вашего визита на сегодняшнюю выставку и какую компанию сегодня вы представляете? Я представляю компанию Elias VC и программный продукт 1С управления недвижимостью и арендой Corp. Это отраслевое тиражное решение фирмы 1С, предназначенное для комплексной автоматизации управления недвижимостью, в том числе управления арендой, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Решение предназначено для собственников объектов недвижимости, управляющих, девелоперских компаний, для розничных сетей, для крупных корпораций и в целом для любых компаний, для которых актуальны задачи управления недвижимостью. В последнее время мы активно развиваем работу с 3D-моделями в наших программных продуктах, и на текущий момент наши решения позволяют отображать 3D-модели зданий и поэтажных планов непосредственно в окне 1С, выводить по ним различную текстовую информацию, выделять элементы цветом, что существенно повышает эффективность управления аренды и эксплуатации недвижимости. Также еще одной существенной возможностью является публикация 3D-моделей объектов на сайте компании. Соответственно, например, торговые центры могут трехмерные модели поэтажных планов создать, отредактировать в 1С и опубликовать на сайте оперативно, что позволяет потенциальным арендаторам ознакомиться с конфигурацией помещений, посмотреть, какие свободны, какие есть соседи потенциальные, и здесь же оставить заявку на аренду. То есть наше решение – это, по сути, готовый продукт, который позволяет как управлять с помощью 3D-моделей объектами недвижимости, так и публиковать эти модели на сайте компании. Игорь, большое спасибо за ваш ответ. Мы желаем вам успехов. А с вами retail.ru. Не переключайтесь.